Меня чуть-чуть попустило. Я слова подобрали. Собрался с мыслями, да? Не, я с мыслями не собрался. Я с ними еще собираться буду до завтра. Я пытался вспомнить, когда, 37-й день рождения, когда у меня еще были такие эмоции. Наверное, где-то там далеко в детстве, когда родители, не вспомнил, да? То есть такой контраст, ребят, я не знаю, вы сегодня сделали, это даже не подарок. Это намного больше, чем подарок. Я вам честно говорю, я ехал в офис, да, я думал, понимаю, что готовились долго, думаю, там 10-12 человек, я говорю, Тарасу, что там за бутылку коньяка или две? Он говорит, потом решим, ты просто приезжай. Вот, я ехал, у меня вообще задней мысли даже не было. То есть еще такое настроение немножко было приглушенное там. Вот, в кафе, конечно, это я не знаю, как это выглядит со стороны, еще надо посмотреть. Я даже на малейшую деталь не обратил внимания. То есть, скандалить я не буду. Там из-за этого кофе, из-за мороженого, это однозначно. Хотя, странновато как-то, да? Думаю, я там один раз был, думаю, второй раз не пойду. То есть мысль такая была. А ребята на соседнем столике ругаются. Думаю, тут еще мне не хватало, чтобы они тут ругались. Думаю, ладно, включу там какое-то видео, посмотрю. Потом, здорово, думаю, у девочки день рождения. Еще в один день со мной. Хотел, еще сказать, с днем рождения. Потом думаю, мало ли, какой у него праздник. Меня отвлекла полностью. Вот девочка, ее день рождения. Все. То есть я ее фотографировал там как-то без задней мысли. Но потом уже, когда вышла официантка с танцами, опять же, первая мысль, до последней не понимал, думаю, так у девочки день рождения, что передо мной танцуешь? Мимо туда пошли за тот столик. Что ты хоть передо мной танцуешь? Иди ж туда танцуй. А уже потом, когда вы из-за угла начали выходить, конечно, меня просто парализовало. Надо было сзади, там где танцевали. Я вам настолько благодарен, я сейчас не могу выразить словами, но когда-то у меня, я этого хотел. Я, 3 или 4 года назад, по-моему, или Макфора, или кого-то в Казахстане, подобным образом вот сделали ребята флешмоб, когда они вообще не понимали, что происходит, почему их так встречают в гостинице. То есть, они уже там на срыве были. И вот у меня тогда, думаю, надо кому-то обязательно сделать. Интересная идея, у кого-то будет день рождения, обязательно... Притянул, Саша, мы обязательно кого-то сделать. Я вообще без задней мысли, ребят. Я вам благодарен, потому что сердце остановилось, и через 3 минуты снова пошло. Да, это на уровне клинической смерти такой, ребят, вы настоящая семья, я не знаю. Я горжусь тем, что я всех вас знаю, я правда вас очень сильно всех люблю, ценю, но то, что вы делаете вместе, это сила неимоверная. Самое главное, что все то, что мы все вместе делали и будем делать, мы делали искренне от всей души. Я вас очень сильно всех люблю. Я благодарен вам за этот день, я его не забуду никогда. Это 100%. Такие дни не забываются. То, что вы сегодня сделали, в мою жизнь, сегодняшний день принес какие-то особые краски. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо вам за этот праздник. Ребят, не ожидал, настолько приятно. С днем рождения! Звон хрустальных бокалов. Звон хрустальных бокалов. Мне одному стекло надо. Так хотелось, когда-то это. Чтобы представил, звон бокалов был. Давай, спасибо. Спасибо вам. Юлечка.